факту происшествия в клинической больнице скорой помощи Владикавказа следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северной Осетии Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.